24. Ну шо, ребятушки, я без наушников, да? Короче, решил вот эти, которые сухо будут падать. Сегодня мы рассматриваем очередной обзор мода, который называется у нас Урал 4320. Прежде чем его рассмотрим, я хочу вас поблагодарить о том, что у меня всего 59 подписчиков. Это очень для меня важно, очень важно, важно, важно. Я прям не ожидал, честно, для вас, что это подписаться, это прям очень круто. И прям для меня это прям, честное слово, это огромное вам спасибо, то, что вы поддерживаете, стараетесь меня поддержать. Я стараюсь это все-таки все что-то как-то выдвинуть красиво, без всяких проблем. Да, к сожалению, сейчас очень сложно мне в плане стримов, в плане того, что игры лагают и так далее. Но буду стараться все это исправить и так далее. Вот. Сегодня мы рассмотрим Урал 4320 с фарами, в кавычках, да, написано, и посмотрим, что он из себя представляет. А представляет он, сопоставляется, так сказать, состоит даже из фарами, без фар и решетки. Это у нас кабина, да, такая. По шасси 6 на 6 с грузом, борт, кран 2. 6 на 6 возьмем. По конфигурации двигателя. Здесь у нас турбо, 1000 лошадей, Урал 360, Урал 480, 400, 600, 560, 680 даже есть. Пусть стоит, в принципе, какой обычно. По трансмиссии 16 передач, 5 передач с ретардером, 10 передач, 10, 6 с ретардером, 12 передач, 6, 12 передач и так далее. Короче, все разновидности прям хороши. По внутренности, в принципе, нормально, симпатично, все качественно, видно. Мне нравится. По покраске зеленый, красный, синий, позерский. Зеленый темный, так сказать. МЧС это уже скины, я так понял, что пошли, да. Старый, старый, старый. То есть вот такие серые и желтые. Возьмем мы такой цвет. По аксессуарам не слишком много, но и слишком мало. Здесь у нас проблесковый маяк, здесь багажник можем, который установить. Так, пожалуйста. Плюс здесь все внутри, внутри. Здесь у нас чехол, который идет. Плюс бамперы различные, пожалуйста, на, как говорится, на цвет и вкус ваш, да? Вот. В принципе, здесь такого и все, да? Здесь что? А, освещение просто двери, я так понял, да, и все. Нет, не все, я так понял. Это что у нас? Можно добавить дым. Можно добавить дым, если хотите, это более реалистично, прикольно выглядит. Но хотелось бы, конечно, чтобы собственный дым был. Вот, по аксессуарам, ну, в плане, чтобы когда ты заводишься, хотя бы реально дым был. Внутри стандартный руль, плюс компьютер, плюс регистратор. Все. В принципе, все здесь все понятно. Здесь плюс. Все это обычно стандартно. На приборной панели можно это все добавить. Добавляем. И покупаем его из себя. Представляем. Посмотрим, что он из себя вообще будет представлять. Надеюсь, что он нормально выглядит. Будет нормально выглядит. Плюс анимации много и так далее. Жду, конечно, от него анимации. Вот. Это то, что мне реально нужно. Анимация. Вот, поэтому спасибо еще раз вам огромное за 59 подписчиков. Это для меня очень важно. Я не ожидал, что мне так будет. Прям симпатично и очень круто. Звук. Поворотники у нас сразу. По анимации пошли. Работают поворотники. Работают. Дворники у нас, к сожалению, я не вижу, что у нас есть анимация дворников. Я так понял, что у нас две. Как же, блин, уже из головы просто вылетело. Ладно. Плюс, что у нас? Стеклышко у нас открывается. Все хорошо. Здесь у нас открывается. Хорошо. Стоп-сигнал у нас, к сожалению, не работает. Нету стоп-сигнала. И свет у нас. Но я не вижу, что у нас свет есть. Даже кнопки нету. Жалко, 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 еще раз жалко. Поехали. В принципе, что могу сказать по данному моду? Может быть, это покажется быстрым, да, но, в принципе, мне, как бы сказать бы, ну, неплох. Ну, реально неплох. Как бы можно, почему бы покататься на нем прям с удовольствием, да? Ну, блин,
почему бы и нет, как бы симпатично все. Но все равно вот такой изюминки, как самое главное, мне изюминка нравится то, что все четко, все нормально. Как бы докопаться сильно, я прям не вижу смысла вообще. Докапываться это можно, когда анимации нет, особенно на легковых автомобилях, когда там реально уже версия 1.40, уже, да, бетка, и там до сих пор нету ничего, все не по-человеческому, так сказать, да, все сделано. Особенно по вчерашнему моду нету вообще практически ничего в 1.40. Вот. Поэтому сказать то, что мод говно, нет. Нет, ни в коем случае мод-то реально хорош. То, что реально не хватает, как бы, прям ух! Наш российский Уральчик, так сказать. Вот, поэтому обязательно, однозначно даже рекомендую вам его, это прям капец его скачать. Вот, Сонька у меня кричит, да, как всегда. Давайте мы сейчас возьмем... Блин, не видно меня. Эх, ладно. Прицепы возьмем. Что у себя просто прицеп. Я понимаю, что он не его будет прицеп, не для него. Но мы посмотрим, самое главное, есть ли у него. Да, сцепка есть, к сожалению. Но давайте поедем. Сцепка есть у него, это очень круто, симпатично. В принципе, нормально. Хороший, симпатичный мод. Мне очень сильно нравится. Вот. Ну что, ребятушки, в принципе, что могу сказать еще раз? В целом, покататься можно. Покататься можно. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Спасибо, что были со мной. До следующих обзоров и стримов. Всем пока.